9:15, мой перекус. Сегодня у меня лавашек, а внутри грибы, тушеные в сметане с луком и морковкой. Это обалденно вкусно. Получается грибы, потом я натираю сыр сулугуни туда, нормально так натираю. 3 минуты обжариваю на сковородочке со всех сторон, и кукурузный лавашек становится хрустящим. Внутри сыр расплавляется, ребята, просто текут слюнки. Это очень вкусно. Черный кофе натуральный. У меня бразильская арабика Сантос. Пол ложечки сахара. Приятного всем аппетита. 21:00. Мой вечерний перекус. Груша одна, парижанка и 3 сливы. И чашечка кефира домашняя. На домашнем молоке я делал. Вообще шикарный. Такой прямо он жирный, желтенький, классный, красивый. Вкусный кефир получился, густой. Еще вот я только его снял, получается, он в холодильнике еще постоит. И завтра будет шикарный. Красивый кефирчик, густой-густой. И ничего страшного в этом нет. Просто часто пишут в комментариях, а потом что, в туалет бежать? Нет, вы сначала выпиваете кефир, потом минут через 15 кушаете сливу и грушу. Кефир настолько быстро усваивается и переваривается. Ему надо для пищеварения 30 минут максимум, понимаете? Через 15 минут он уже частично переварился. Пока дойдет груша со сливой, там уже кефира даже вкуса не остается. Так что ничего страшного с вами не будет. Приятного всем аппетита, спокойной ночи, удачного похудения. 21:00, мой вечерний перекус. Одна груша, хорошая такая, средняя груша. И чашечка домашнего кефира. Посмотрите, какой он густой. Из домашнего молока, ребят, он вообще, понимаете, сметана отдыхает. Посмотрите, какая жирность. Обалдеть. Смотрите, сначала съедаю вот этот кефирчик, потом минут через 15 грушу, и никаких никогда последствий, все нормально, все вкусно. Приятного всем аппетита, спокойной ночи, удачного похода. 9:30, мой перекус, обалденно вкусный. Ребят, я вот не поленился, посчитал опять, это пол лаваша, 45 грамм, 80 грамм капусты тушеной. С луком и морковкой, без мяса, без грибов, просто капуста тушеная. И 10 грамм сыра сулугуни. Я посчитал 230 килокалорий. Ребят, ни одна выпечка не сравнится по... Смотрите, тут белков 8, жиров 8, углеводов 30. Все, все в норме, все допустимо. Кушаешь лучше любого пирожка. Ни одна булочка с этим не сравнится, потому что там вечно муки много, сахара много и так далее. Тут... Все вот так скромненько, вкусно и реально полезно и безопасно для вас. Чашечка черного кофейку, можно пол ложечки сахара положить. Ничего страшного в этом не будет сейчас. Середина дня. Даже не середина, а начало дня. Приятного всем аппетита. 9:30. Мой перекус. Сегодня у меня творожная запеканка с грушей. Парижанка кусочками, видите, вот там видно. Сверху 15% сметана, и украсил я его вишнями пьяными. Когда-то я делал настойку вишневую, вишня без косточек, и она с алкогольным вкусом. Очень вкусно, красивая получилась запеканочка, очень даже симпатичненькая, полезная, вкусная. И чашечка горячего шоколада. Вот не захотелось мне сегодня кофе, хочу вот запеканочкой горячий шоколад. Обалденно, вкусно, красиво, приятного всем аппетита. 21:00, мой вечерний перекус. Одно яблочко Golden и чашечка кефира. Сначала кефирчик выпиваю, перед этим я выпил рыбьего жиру, ложку столовую, потом кефирчик, а потом минут через 10-15 яблочко съедаю. Приятного всем аппетита, спокойной ночи. 9:30, мой перекус. Сегодня у меня вот такой вот большой сырник. Смотрите, сделал я его с минимумом муки. Получается, у меня таких 3 сырника, и на 3 сырника всего лишь 3 ложечки муки положено, чайные ложечки муки. Поэтому они такие немножко жидковатые были, и я их сразу готовил под закрытой крышкой. Ну, я почти уверен, что получились очень вкусные. Добавил варенье, сделанные моей девушкой,
Очень вкусное сливовое варенье. И чашечка черного кофе натурального. У меня Бразилия Сантос без сахара. Приятного всем аппетита, хорошего настроения. 9:30, мой перекус. Сегодня у меня 150 грамм творога, сметана домашняя и мое варенье из лепестков роз. Буквально пару чайных ложечек для пользы и для вкуса. Все перемешаю и скушаю. Сейчас 9:30, так что все это очень полезно и вкусно после тренировочки. Само то. 21:00. Мой вечерний перекус. Сегодня у меня яблочко. Golden, по-моему, да. Golden. Небольшое, среднее яблочко. И чашечка кефира. Домашнего, густого, обалденно вкусного и полезного кефира. Приятного всем аппетита. Удачного пара. 9:30. Мой перекус. Чашечка кофе с молоком натурального. И сегодня у меня ковришка. Ковришка на варенье, которое делала моя девушка. Вот сверху я даже вот это помазал сливовой, ну как это, конфитюр сливовый у меня сверху. Очень вкусно получилось, с орехами, делается легко, рецепт на канале есть. Приятного всем аппетита. Ищите нас на ютубе под хэштегом «Жирука5». Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте худеть вместе, мы сможем это.